Отсюда не видно никаких развалин. Если отец и впрямь проводил тут раскопки, я не вижу следов. Не пойму, как Таиланд относится к викингам, руинам в Средиземноморье и раз уж такие дела Кавалон? Хельхеймзип. В разных мифах разные названия, но все они говорят об одном и том же осколке древнего мира. Один такой осколок жив-здоров. Не хотел бы я быть на месте Аманды, если нагло вырвется на свободу. Я бы и на нашем месте быть не хотел.
Thank you.
Эти символы – ведический санскрит. Они сильно стерлись от времени. Хагавати из семи. Похоже, в тексте говорится о столице Паталы, самого нижнего из подземных царств в индуизме. Там живут змеи-люди, однако мудрец Нарада отзывался о нем весьма хорошо. Сверху находится Шива, а снизу его супруга Кали.